Так, друзья, всем привет! Решил вот сделать краткий обзор дверки. Сделал такую дверку вот. Размер. ...25 на 36. Наверное, метр на сантиметров 60, может быть. Ладно. Сейчас не буду в сантиметрах мерить, потому что я работаю с американской системой. Не хочу сейчас голову перестраивать. В общем, сделал такую дверку. Это будет вентиляционная шахта. Лежать на полу металл. 3/16, может быть 4 мм или чуть больше даже. Может 4-5 мм примерно на крышку. Просверлил отверстие, чтобы была вытяжка, вентиляция работала. Приварил ухо, чтобы закрывалось. В общем, на задний двор дома под балкон выходит этот люк. По нему, возможно, будут ходить иногда. Поэтому металл должен быть жесткий, чтобы она не прогибалась. Он будет лежать на бетоне. В бетоне сделал уступ такой, как раз на толщину. То есть он с двором будет ровно лежать. А внизу я приварил вот такие уши. К краю бетона будет пристреливаться на дюбеля. Сейчас я его разверну, открою. Тяжеловатый, конечно, но... Так, одной рукой попробую. Опа! Так. Эти стороны сделал гладкие, чтобы здесь не вытаскивал, не торчал болт изнутри. И просто заварил и зачистил все. Здесь вот сделал прихватки, чтобы можно было засунуть, потом молотком подогнуть или чем-то. Металл потоньше взял, полоску. Проварил все хорошо. Здесь ухо. Выборку сделал в уголке. Немножко сместил центр, чтобы она открывалась 90 градусов. Потому что это не дверь. Если была бы дверь, нужно было делать петли. Это ширина уголка будет заходить под дом. Под саму стену. Ну, под фундамент, я имею в виду, под сайдинг. Так что, такая... Когда будет открываться дверь, получается, 90 градусов, то эта дверь будет вровень со стенкой. Она будет касаться сайдинга. Вот такие дела. Повозился я с ней, конечно, немножко, но... Зато уже готово. Сегодня человек приедет, заберет. Отверстие насверлил для вентиляции. Использовал вот такую штуку. Вот она. На дрели. Кратенький обзор такой сделаю. Моих работ. Чтоб не думали, что я не работаю. А сижу праздно. Ну, вот такая вот дверь, в общем, получилась. Сейчас буду заниматься печкой. Такую шестигранную решил сделать. Возможно, внутри будет медная трубка. И эта печка будет обогревать бассейн. Подумаю, посмотрю, как настроение будет. Так, ну такие дела. Такая работа. Красить не буду ее, потому что это лишнее время и лишние деньги. Сейчас сниму ее. Будет лежать на полу. Так что все готово. Нужно звонить, пускай человек приезжает и забирает. Почти целый день провозился. То одно, то другое. Что-то бывает, какая-то работа не задастся сначала. И ввозишься потом. С работы ушел пораньше. Поехал, металл купил. Уголки. У меня этот лист был. Нужно было сетку, по идее, но сетки не было. Кусочка. Ни у меня дома, ни там на базе. Если покупать лист,
4 фита на 8. Ну, это здоровый такой. Получается там, не знаю, наверное, 2 метра на полтора. Вот как там по метрике. Вот, 4 на 8 фитов, в общем. Большой лист. А лист сетки стоит такой, ну, жесткой, $85. Человеку сказал, говорю, если заказчик хочет платить, пускай лист куплю. Нет, нет. Ну, в общем, вышли из положения, сделали кусок железа сюда. Так что такая вот крышка получилась. Вот будет лежать на полу моя нога. Примерно размер довольно большая. Эти вот уши. Это фундамент будет заливаться. Оно как шахта такая. Там будет лесенка, возможно. Вот здесь. А эти будут прилегать плотно к бетонной стенке. Там залит такой вот уголок в бетоне. Как раз эта крышка ляжет, я уже говорил, ровно. Так что вот такая вот работа. Не стал сверлить отверстие. Ну, спросил, говорю, надо, нет. Нет, говорит, дюбель прибьет сквозь него. Ну, прибьет, прибьет. Мне легче. В общем, все. Такой краткий обзор этой работы. Ну, добренько. Всем удачи. До следующего видео.